люди со всех концов Великобритании собрались в Лондоне в это воскресенье, чтобы отметить 348-й день рождения господина Панча, английского родственника русского Петрушки и французского Полишинеля. Традиционное кукольное шоу с участием Панча, его жены Джуди и других персонажей вновь проходит на улицах Лондона. Впервые горожане увидели Панча еще в 17 веке. Около 30 представлений с Панчем и Джуди в исполнении артистов, приехавших со всей страны, будут показаны на праздничных мероприятиях в лондонском Королевском театре Covent Garden. Шоумен Клайв Чандлер приехал из Бирмингема и рад тому, что так много исполнителей роли господина Панча собралось вместе. Это действительно редкая возможность собраться вместе лучшим исполнителем, поскольку у каждого свое индивидуальное представление. Один мужчина, две руки, ящик и зрители. Брайан Кларк – специалист по изготовлению профессиональных кукол Панча и Джуди. У людей тогда не было газет. В викторианскую эпоху никто не читал газет. Их было не так много, и они не могли их читать. Но потом господин Панч выступил как голос народа. И если ему было что сказать о ком-то, то он и говорил. Панч – это кукла, одеваемая на руку. Как правило, ее делают из дерева и ткани. Самому любимому кукольному герою Великобритании уже почти 350 лет. Но интерес к нему не пропадает, и по-прежнему взрослые и дети с удовольствием смотрят представления.